сцену приглашается Лиза. Что? Почему? Лиза, проходите. Что ты стоишь, дочь? Блин, у меня что-то живот прихватило. Не могу, вернусь через 10 минут. Что? Стой, за ней. Кто-то видел, куда она побежала? Нет, но надо найти ее. Почему она вообще сбежала? А разве не ясно? Она добыча. Тогда почему дождалась последнего момента, а не ушла раньше? Это все странно. Да пофиг, давайте просто найдем ее и покончим с этим. Мне нужно исправить ошибку. Лиза, что ты делаешь у меня дома? Прости, Сара. Ты же дала мне уйти, я ушла тихо, никому ничего не сделала и не сказала. Пойми, тебе все равно не жить, но я еще могу спасти себя. О чем ты? Из-за того, что я тебя отпустила, система сделала меня добычей. Подожди, ты будешь прятаться вместе с нами. Мои родные живут так всю жизнь, и никто не найдет тебя. Мой отец все равно найдет меня, прости. Зачем ты притащила меня в комнату матери? Ты сказала, что твоя мать не может жить без тебя. Я уберу вас обеих, чтобы никто не страдал. Что? Подожди! Простите. Есть! Эй, мы нашли ее! Взять! Зачем ты сбежала? Мы долго тебя искали! Да какая разница? Давай уже покончим с ней и все. Да, она просто добыча. Стойте, а вдруг она охотник? Тогда почему сбежала? А я откуда знаю? Ее нужно отнести на тест, а там уж прикончим, если что. Ладно. Извините за долгое ожидание. Нашлась наша сбежавшая. Лиза, зачем ты сбежала? Может, ты добыча? Ага, еще чего. Я охотник. Тогда почему вся трясешься от страха? Это мандраж. Мне не за что переживать. Давай руку для теста, и мы все узнаем. Итак, тест показал, что Лиза охотник. Поздравляю, теперь твой статус подтвержден.